Ну все. Главное, что от пальцы не отыгрались. Остальное достанем. Все. Давай. Хорош! Вот она! Да! Эджа! Динамо Татарстан становится чемпионом России! По волейболу на снегу 2021 года! Меня зовут Шабалин Виталий, я кандидат в мастера спорта по волейболу. Иванов Кирилл, кандидат в мастера спорта по волейболу. Марков Виктор, кандидат в мастера спорта по волейболу. Каюм Фадель, кандидат в мастера спорта по волейболу. Первые серьезные результаты. Поступление в спортивный вуз. Мои родители, так как они были профессиональными спортсменами, не хотела отставать. Наверное, мама. Дома с женой. Увлекаюсь другими видами спорта. Люблю посидеть за компьютером, ну и погулять. Люблю отдохнуть в компании друзей. Своему первому тренеру Ивановой Светлане Маматмуратовне. Было много тренеров, поэтому точную фамилию сказать не могу. Своему первому тренеру Фигурову Юрию Александровичу. Каюму Светлана Кумаровна. Первый тренер, она же мама. Так, таковых кумиров нет, но есть такие спортсмены, как Леброн Джеймс, Криштиану Роналду, которые 15 лет находятся на пике. Все спортсмены, которые стремятся к чему-то, прилагают большой труд к спорту высших достижений. Я думаю, это Леброн Джеймс. Конор Макгрегор. Потому что появились первые спортивные серьезные результаты. Ну, потому что в другие виды волейбола не получилось играть, но попробовал в этот. Вообще хочу быть лучшим во всех видах волейбола. Я его не выбирал, он сам меня выбрал. Легко обучаемость. Ну, как я уже сказал, волейбол играть не получается, поэтому хотелось бы быть певцом. Хорошо танцевать. Я считаю, талантливый человек, талантлив во всем. Животных люблю, но жена не дает завести собаку. Да, люблю, хочу завести кошку. Да, очень люблю животных, хочу завести кошку или кота. Люблю, нет. Одиннадцать лет. Лет 15. 7 лет. Лет 10. Да, один большой подводный камень – это травмы. Травмы и отсутствие времени на личную жизнь. Травмы и постоянные перелеты. Да, как и везде. Везение 10%, труд 90%. Наверное, поровну. Я думаю, на 50-50. Очень большая доля везения и очень большая доля труда. Никогда не останавливаться. Не отступать назад, идти только вперед. Дари добро людям. Нет слова не могу, есть слово надо. Выиграть финал чемпионата России по волейболу на снегу. Выиграть чемпионат России по волейболу на снегу и участвовать в мировых турах по волейболу. Выиграть чемпионат России по волейболу на снегу и по другим видам волейбола. Выиграть финал России по волейболу. Так таковых, да? Да. Все, окей. Начинаем. Иванов Кир. Подожди. Скажи, пожалуйста, лучше без меня. Так, вот этот вопрос так. С подвохом. Бабуль, привет!
А напомни, пожалуйста, как, что дедушка всегда говорил, девиз вот по жизни? Ну, потому что не получается другой, поэтому... Я же могу сказать? Я же могу сказать? Тихо, все, тихо, тихо, только надо не смеяться. Про что? Про какой диван? Я говорю, девиз, девиз жизненный. Какое косо криво, лишь бы живо. Нет. Да, хочу кошку, но не получается. Не-не, бабуль, девиз по жизни. Ну типа, дальше больше, или что такое он говорил, помнишь?